Итак, в Ширазе, суббота, 4 февраля 2017, сейчас 8 часов 11 минут, только выехал из отельчика. Вот вначале покажу свой велосипед, вот так загружу. Много вещей опять взял, но оказывается все нужно. Ночью холодно, морозы даже, вот сейчас выехал в 8 утра, еще лед на дорогах, вот, кстати, вот. Вот лед. Вот велосипед, это планетарка стоит, лампы, ну лампы как бы уже были, ну что, мне только сейчас планетарку, и вот руль мне поменяли, тоже новый компьютер. Garmin здесь вообще не работает, даже не схватывает спутники, вот такое дело. Но здесь историческая крепость, здесь как раз центральная часть города такая, сделана историческая, для пешеходов, только люди ходят, только люди ходят. Так вот, все хорошо. Все.